Всем привет, ребят! Значит, все у нас прошло отлично. Кувыркнуться у нас получилось на этом автомобиле. Прям, блин, мне понравилось. Вообще прикольно, классно он кувыркается. Ну, естественно, вид у автомобиля маленько такой унылый. Тем более, нам надо ехать, показывать, как все это делается. На самом деле, поржать, посмеяться, народ повеселить. Вот, значит, решили этот автомобиль маленько подкрасить. То есть, немного его изменить и сделать его более... ну, более-менее узнаваемым. Сейчас это все дело быстренько протру, где-то пошкурю. Мазать ничего не собираюсь, потому что нафиг оно мне это надо. В любом случае, сами понимаете, шпаклевка отлетит. Плюс он еще ни разу, кстати, не шпаклеванный. Хоть и очень старый, и очень гнилой, но почему-то ни разу не деланный. Вот. Ну, единственное, вот эти вот, видите, да, вот, скотчем заклеены такие небольшие дырочки. Ну, в общем, смысл не в этом, смысл в том, что его надо просто преобразить. Значит, сейчас беру краску, пульвер, там, шкурку, короче, растворитель, все дела, и погнали его красить. Поехали! А, ну вот, ребят, значит, как вам и обещал, приехали мы сюда на экспоцентр. Здесь у нас в Новосибирске завтра будет проходить кубок столицы Сибири. Очередной этап, значит, что у нас тут было? Было что? Приехали мы сюда, чтобы организаторам показать, как у нас вот эта ласточка умеет кувыркаться. Но первый заезд прошел нормально. В принципе, это и ожидалось. Такое должно было произойти, но я не думал, что это произойдет так быстро. В общем, лег здесь мотор, удар был
немного не подрасчитал, разогнался немного быстрее, чем положено, потому что, видите, да, здесь приделали резину для лучшего сцепления. В прошлый раз она бороздила носом, проезжала там несколько метров, там, видать, до трещины, пока не зацепится. А тут здесь поставили, как бы, все шло хорошо, но надо было немного медленней. Ударилась поддон, там нафиг вообще согнула. Похоже, приемник отломила или что там с ним случилось, с маслоприемником. В общем, движок лег. Так что завтра заехать не получится, народ посмешить. Следующий этап у нас будет РДС. Вот надеюсь на нем. Поменяю двигатель. Или подниму его, или поставлю другой поддон. Ну, чтобы избежать вот этого сильнейшего удара, чтобы движки не ложились. В общем, будем что-то делать. Ну, а на этом, ребята, у нас все. Так что смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте, обязательно что-нибудь предлагайте. Ну все, пока.